Ира, Ира. Что? Я меня ни разу не пробовал. Каково это быть красивой? В моей возрастной группе? Ну, хорошо. В этом году мне будет 63 года. Для Тимура я, конечно, первая красавица. Ну и я не знаю, как его поддержит широкая общественность, но думаю, что люди 60+, может быть, и поддержат. Да. Не, ну, если, Оль, если Оля, что... ну так каково быть красивой? Каково? Тяжело. Тяжело? Почему? Тяжело. Ну, потому что тебя же дурой все считают. А тебе хочется, чтобы тебя умно считали. Вот. Не, ну, на самом деле, в нашем возрасте, вот в моем возрасте, это уже, все равно. Я про все возрасты спрашиваю. А про все не знаю. Уже не помните? Уже не помню, конечно. Дело в том, что мы с Касаткиной всегда были красавицы, мы к этому привыкли. Свет, ты мотаешь на ус? Ой, на ус, ну куда там мотать? На кудри. Как, да. Господа офицеры, прошу молчать. Куда мотать? Куда Светка мотает? Ну так каково быть красивой? А что на про ус мотаете и кудрю? Что, а? Что там про мотать? Ну, тут говорят, женщины, каково быть умными или красивыми. Значит так, во-первых, у меня есть собственная позиция по этому вопросу. Вот это я и хотел услышать. Я как живой. Мне нравится ощущать себя, как я была умной. И это приятно видеть. Чувствовать себя довольной, счастной, глядя в зеркало. А мне все равно, считают ли меня дурой. Я помню. Более того, если надо кому-то посчитать меня дурой, я скажу, я такая дура. Я кидаю сюда, допустим. Закончилось. Да, да. Как лучше обратиться, чтобы к красивой женщине? Элла, Элеонора или как? Богиня. Знаешь, нет, давай лучше Элла, потому что я каратавая, имя свое не любила с детства, оно мне всегда мешало. Потому что с моим голосом, не то чтобы это сказать Элеонора, сказать я красивая, сказать трудно? Я красивая сказать легко, но вы вряд ли поймете сразу, потому что вы никогда таким голосом не пытались купить в магазине килограмм рыса. Килограмм рыса. Либо набор пирожных новосибирских, старшее поколение, которое стоило 3.33. Ну вот это, ну, ведь это свой шарм, это, наверное, мужчины ценят. Безусловно, конечно, конечно. Если бы мужчины этого не ценили, разве бы я могла так часто выходить замуж? То есть на блондинок они клюют? Они клюют на все, что угодно. Спасибо. Ты можешь умело этим пользоваться. Пополняя свою карточку через оператора, мне говорят, слушайте.